Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю рассвет. История мальчика, на теле которого появляются арабские символы. Господь напоминает, чтобы мы опомнились. Репортер Кирилл Малахов увидит это своими глазами. Я уверен, мы станем первыми, кто узнает, почему родители его прячут. А профессиональный иллюзионист Роман Лутошкин испробует это на себе. Повторение крайне опасно. Почему родители чудо-ребенка прячутся от людей? Я лично боялась, у меня был шок, я не знала, как это понимать. И почему ученые боятся исследовать феномен? С точки зрения медицины, я не могу никак вам это объяснить. Так можно ли объяснить это чудо? Это называется психопатологический телесный сенсаций. Я раскрою все тайны. Эта невероятная история произошла в Дагестане. В самой обыкновенной семье родился необыкновенный ребенок. Мальчик, на теле которого появляются изречения из Корана. Вот эти надписи. Они держатся несколько дней, затем бледнеют, исчезают, и на их месте появляются новые. Это первые кадры чуда. Сентябрь 2009-го. Журналисты рассматривают удивительного младенца и делают те самые фотографии, которые вскоре обойдут весь мир. Мать разрешает прикоснуться к ребенку. Мол, убедитесь сами, буквы на теле малыша сверхъестественного происхождения. Их невозможно смыть или стереть. Очень много приходили к нам и вытирали, ему плохо становилось. Журналисты вызвали из поликлиники врача. Приехала участковая медсестра, осмотрела малыша и развела руками. Это самое настоящее чудо. С надписью. Не знаю, это явление нашего Всевышнего. С точки зрения медицины, я не могу никак вам это объяснить. Господь напоминает, чтобы мы опомнились. Мальчик родился в типичной для дагестанского села небогатой семье. Шамиль Якубов служит в милиции. Радостно, да, что именно как в моей семье там родился такой сын. Мадина ведет хозяйство и воспитывает детей. Я лично боялась, у меня был шок, я не знала, как это понимать. В своем первом интервью прессе Мадина рассказала, эти загадочные надписи спасли ее ребенка. Мальчик родился серьезно больным. У него ишемия второй степени была. И церебральный паралич, у него левая сторона, у него парализованная была. Но как только на теле младенца появилось первое слово, все болезни отступили. При выписке из роддома ему поставили диагноз «абсолютно здоров». С медицинской точки зрения я никак не могу объяснить абсолютно. Вот первое. Тогда еще нечеткая надпись, с которой все началось. Она появилась на подбородке Али, когда ему было 2 недели. Я позвала свою подругу, которая у меня в палате со мной лежала. Она умела читать Коран, и она говорит, да, точно говорит, надпись Аллах. Тезка и подруга Мадины Якубовой, Мадина Рамазанова, стала первой, кто разобрал на лице мальчика печать Бога. Синяком вот Аллах надпись была написана. Сначала она была в шоке, потом обрадовалась. Никто из большой семьи Якубовых в чудо сначала не поверил. Когда в роддоме лежала, позвонила мама, говорит, у меня, знаешь, какой ребенок родился? Надписями, говорит, я ее поругала, не поверил. А эта надпись появилась на правой ножке 9-месячного Али в первый день Рамадана, священного для мусульман месяца поста и молитвы. Абдул-Мубарак, благословенный раб Аллаха, первая надпись. Такие буквы были четко красные, вот прям красный цвет нога. Как вот так и кипятком ошпарено. Во время Рамадана правоверным мусульманам нельзя есть до захода солнца. Якубовы рассказывают, грудной младенец наравне со взрослыми отказывался от еды. Ему и молоко давали, и что бы ему ни делали, он с утра до ночи он не кушал. Мы пытались его кормить как-то, и я думала, может, ребенок заболел. И почему-то он не принимал пищу. И уже к вечеру, когда уже прокричали азан, когда можно было уже отпускать пост, и он поел. Нет божества, кроме Аллаха. Кто в меня не уверует, тот будет в смятении. Знай бы то, что знаю я, вы бы мало смеялись и много плакали. Такие надписи появлялись на теле ребенка. Здесь в селе Красный Восход убили помощника имама. Когда его убили, вот это время эта надпись появилась на нем. Господь, обереги меня от всех бед, невзгод, трудностей.
ты надежда моего печального сердца. Родители рассказывают, изречения из Корана появляются на коже малыша по ночам. И процесс этот мучительный. Его держать невозможно. О руках мы его улаживаем специально в люльку, он вот это тело вот так поднимает, кричит, плачет до 40 температура. Кто утаит мои знамения от людей, тот согрешит. После появления этого изречения местный имам посоветовал Якубовым распахнуть двери своего дома паломникам. Толпа людей была, и они все на нас шли, и вот мы вот буквально сидим на кресле, они все пытались на нас, вот, кто дотронуться, кто что. Имам сельской мечети вспоминает, к мальчику, как к пророку приходили больные люди, просили исцеления. Пришла женщина, она, оказывается, не могла это иметь детей. Она обращается к нему, дай мне ребенка. Мадин рассказывает, вся их семья теперь живет в страхе Божием. Муж даже не прикасается к сигаретам и алкоголю. Сама она соблюдает все посты. Каждую пятницу проводит в мечети и творит намаз по 5 раз в день. В исламском духовенстве говорят, надписи на теле ребенка – это грозный знак, давно предсказанный пророками. Большинство этих признаков, предшествующие о наступлении судного дня, они уже произошли. Что общего между знаками на теле дагестанского мальчика и кровоточащими ранами Христа? Какую тайну скрывает Мадина Якубова? Сможет ли иллюзионист Роман Лутошкин повторить эти надписи? И признает ли исламский мир необычное явление чудом? Я раскрою все тайны. Представитель Совета муфтиев России Арслан Садриев приезжал в Дагестан, чтобы лично засвидетельствовать почтение семейству Якубовых. Журналисты ожидали, что высокий гость признает кизлярское явление чудом. Но имам воздержался от преждевременных выводов. Смотрим. Сейчас у нас в России Дагестан – это то место, которое в наибольшей степени, наверное, нуждается в поддержке и милости Аллаха Субхану Тааля. Каждое проявление чуда на земле, если оно исходит от Всевышнего, направляет нас только к этому. Почему-то очень осторожные формулировки. Коллеги, что думаете? Я прагматик и в чудеса не верю. Надпись появляется, держится 2 дня, а затем исчезает. Фокус трудный, но сделать его вполне реально. Я думаю, есть даже несколько способов. И сегодня я попытаюсь их найти. Попробуй, Кирилл. Все слишком сложно, чтобы, не разобравшись, сделать опрометчивые выводы. Вообще, первое, что приходит в голову, это стигматы. Стигматы – это отметины, которые сами собой появляются на теле верующих людей. И совсем не обязательно это раны. Сейчас объясню. Стигматы – следы язв распятого Христа, появляющиеся на теле истово верующих людей. Феномен известен с 13 века. Считается, что впервые стигмы появились на теле Франциска Ассизского в 1224 году. По преданию, святому отцу было видение – с небес к нему сошел ангел и лучами божественного света высек кровавые раны на руках и ногах. Он ухаживал за прокаженными. И не просто ухаживал, он целовался с прокаженными. Говорят, он знал языки даже животных. И вот у него за 2 года до смерти открылись эти стигматы. Среди наших современников тоже есть известные стигматики. Например, итальянец Падре Пио, чьи раны кровоточили на протяжении полувека. Это фрагмент прямой трансляции из Ватикана. В 2002 году Падре Пио причислили к лику святых. А это другой знаменитый стигматик Джорджо Бонджавани. Он говорит, что ему было видение Девы Марии, которая велела ему сообщить людям о грядущем апокалипсисе. А в доказательство оставила эти знаки на его теле. Христос хотел любви, братства и справедливости между людьми. Мухаммед хотел того же, Будда того же, Конфуций, Кришна. На теле жительницы Сирии Мирный Насур стигматы появляются на протяжении вот уже 25 лет. В тот момент, когда рана открывается, Мирный испытывает нечеловеческие муки. А такие знаки появляются на теле 22-летнего художника из Грузии Торники Джигирная. Юноша говорит, что стигмы оставляют на нем святые, приходящие к нему в видениях
и рассказывающий о скором конце света. У меня прямо вообще процессы, кровь из глаза. И вообще радуги. Она полная стигматизация. Называется это «Семь рано» или «Семь страданий». В христианской церкви к стигматикам относятся неоднозначно. Далеко не все считают их носителями подлинной Божьей печати. Есть из христианских церквей только одна, которая канонизирует стигматы. Это церковь католическая. Скажем прямо, что православная церковь не придает им такого значения. В некоторых случаях стигматы отождествляются даже содержимостью. Пока церкви различных конфессий расходятся во взглядах относительно стигматов, Роман Лутошкин решил выяснить, можно ли их сымитировать при помощи простых средств. Достаточно взять концентрированный раствор гидроксида натрия. Это самая сильная щелочь. При попадании на кожу, даже в небольших количествах, она вызывает химические ожоги. Если нанести небольшое количество раствора на кожу и дать ему высохнуть, то через пару часов рисунок начинает проявляться. Весьма эффективный и очень болезненный способ сделать стигматы. Не повторяйте этого дома. Гидроксид натрия не игрушки. Доподлинно неизвестно, пользовался ли кто-нибудь из стигматиков этим способом. Однако наверняка он пришел в голову не только Роману. Вопрос о происхождении большинства стигматов до сих пор остается открытым. Повод для сомнения дают сами стигматики. Итальянский историк Серджио Луцато утверждает, Падре Пио сделал себе стигматы, облив руки фенолом. Луцато обнаружил в архивах Ватикана показания аптекарши, заявившей, в 1919 году молодой падре покупал у нее карболовую кислоту. Карболовая кислота, другое название фенол, при попадании на кожу оставляет ожог белого цвета, переходящего затем в бурый цвет. Семья Торники-Джигерная ответила отказом на предложение ученых исследовать феномен юноши. Стигматизм Мирны Насур закончился в тот самый день, когда репортеры уговорили ее продемонстрировать чудесное явление в прямом эфире. Целый день съемочная группа ждала появления ран у Мирны Насур, но чуда не произошло. С тех пор у знаменитой сирийки стигмы появляться перестали. За 25 лет было достаточно чудес. Наверное, этого хватит. Если в средневековье стигматы были явлением нечастым, то в 21 веке кровоточащие раны Христа становятся явлением массовым. Эти кадры сделаны на одном из богослужений так называемых харизматов. Историк Александр Дворкин утверждает, члены подобных общин настолько доверяют своим духовным наставникам, что не в состоянии заметить очевидные вещи. Стигматы появлялись стигматики, на самом деле, не на тех местах, которые были, где были раны Христовы, потому что Христос был прибит к кресту вот в этой части, потому что ладонь невозможно, просто оборвалось бы тело. У медиков по этому поводу своя точка зрения. Клиники дерматологии при Московском государственном университете имени Сеченова больше 100 лет. Феномен стигматов здесь изучают не одно десятилетие. Муляж истерической пузырчатки, такая картина могла ввести в диагностические заблуждения даже опытных специалистов. Заведующий кафедрой дерматологии старейшего медицинского вуза страны профессор Львов утверждает, через его руки прошли сотни стигматиков. Но пока все до единого случая имели самое банальное объяснение. Поражение вызывается собственными руками пациента. Инструменты могут быть разные. В нашей практике бывали пациенты, которые прикладывали кусочки сухого льда для имитации воспалительных проявлений. С помощью пипетки наносили капли концентрированной кислоты. Эта пациентка наблюдалась у профессора Львова всего несколько дней. Впоследствии ее перевели в одну из психиатрических клиник Москвы. Впадая в транс, женщина испытывала сильный зуд и ранила себя всем подряд. Даже шариковую ручку родственникам приходилось прятать. Он ощущает болевые ощущения, зуд. Это продукт его психического состояния. Для того, чтобы купировать эти неприятные болевые ощущения, чувство жжения, распирания, нахождение народного тела под кожей, наносит себе различные самоповреждения, формирующие
стигмы. Таким образом, уже в поле зрения врача, дерматолога, эти пациенты попадают с стигмами, с самоповреждениями. Это психическое расстройство называется патомимия или синдром Мюнхгаузена. Больной наносит себе раны с целью привлечь внимание окружающих. Очень характерным признаком самоповреждения является то, что, во-первых, располагаются они на участках кожи, доступных для рук самого пациента. Имеют четкие, ровные края. Они подчас эти высыпания имеют правильную геометрическую форму, а природа правильных форм не любит. А что человек сделал с собой? Ложку разогревал, прикладывал себе раскаленные ушки. И все-таки, глядя на видео знаменитых стигматиков, признанных церковью, доктор Львов оговаривается. Ставить диагноз канонизированным святым он не берется. Это уже не медицинское дело. Ну, сказать, что они психи все там, да, это легко. Нельзя так. Проблема очень большая. Но если говорить о целом ряде явлений, которые невозможно объяснить с позиции медицины, то это можно оставить без комментариев. Наука и религия продолжают спорить по поводу стигматов. Несомненно одно – стигматизм – это чисто христианское явление. В исламе ничего подобного быть не может. Мусульмане вообще не чтут Христа, они чтут пророка Ису, то есть Иисуса. И они его чрезвычайно чтут. Они очень чтут Деву Марию. Это одна из почитаемейших у них святых. Но вот то, что на человеческом теле проступают какие-то письмена, мне кажется, это с точки зрения ислама странным. Действительно, версия стигматов не объясняет историю Алии Якубова, которой без того полно загадок. В семье, где живет удивительный ребенок, что-то случилось. Якубовы скрываются от людей, больше не пускают паломников и категорически отказываются от любых встреч с журналистами. Мои источники в Дагестане сообщают, Якубовы боятся за свою жизнь. Вокруг этой семьи происходит что-то очень странное. Кирилл Малахов рискнул отправиться к ним. Якубовы отказывались показывать сына. Но я договорилась. Али Якубова уже никто не видел больше 2 лет, и неизвестно, что сейчас с мальчиком. Возможно, мы станем первыми, кто узнает, почему родители прячут его ото всех. Первое, что удалось выяснить, полдня пообщавшись с местными жителями, несмотря на годовалое затворничество Якубовых, в Кизлярском районе Дагестана 2-летний Али самая настоящая звезда. Такой дал ребенок, это наша дагестанская гордость, этот ребенок. Его здесь знает каждый, и каждый гордится им. Ты сам веришь вот, с точки зрения здравого смысла в то, что на теле у мальчика могут появляться надписи, ну, аяты из Корана? В принципе, почему бы и нет? Раньше же ведь чудеса случались. Моисей посохом долбанул, извините за выражение, и море раскрылось перед ним. Почему бы не появиться надписи? Вы верите в то, что это на самом деле так? Верю. Посмотрите, посходите. Вы сами убедитесь. Веру дает нам. Веру и надежду, что в лучшем идем. В самом селе Краснооктябрьское, где живут Якубовы, даже дети знают, насколько уважаема эта семья. А вот он вырастет, как вы к нему будете относиться? Нормально. Хорошо, с уважением. Да. Почему в вашем селе? Я не знаю. Баракатное село, наверное. Какое ты говоришь? Баракат. Баракат – это, ну, Аллах любит нас больше всех. В этом роддоме 3 января 2009 года родился Али Якубов. Необычного мальчика здесь помнят все. Он на нас смотрел не просто детским взглядом, а каким-то взрослым взглядом. Он был слабый, немножко ослабленный, потому что вес у него был недостаточно большой и ослабленный вот, после этого. Поэтому какое-то время он находился в детском отделении под наблюдением. Но есть одна странность. Мадина Якубова рассказывала, что мальчик родился тяжело больным и только с появлением надписи исцелился. Врач, принимавший роды, это опровергает. Абсолютно никаких у него не было проблем существенных, аномальных, каких-то патологических и что-то не характерных таких вот элементов не было ни на коже, ни у нее, ни у матери. Более того, никаких надписей на теле ребенка доктор не помнит. Не то, что потом появлялось эти все надписи, ни всего другого, то, что неоднократно спрашивают, это при рождении абсолютно ничего не было. Впрочем, голос единственного скептика тонет в общем хоре верящих в феномен Али Якубова. Врач Ильдар Магомед наблюдал за состоянием ребенка первые 3 месяца. Краска при мне, один скептик пытался соскоблить это дело.
Ну, краску мы можем отличить, зрение вроде у нас неплохое. Пальцы мочили, соскабливали там и так далее. Но видно бывает, природа возникновения этих очертаний, там, рисунков и так далее совсем другая. Врач рассказывает, надписи исчезают, не оставив следов. Просто рассасывайте и все, так не должно быть. Медик признается, природа рисунков похожа на гематомы, но есть одно «но». Гематомы, как любой человек это представляет себе, они долго рассасываются. Также продолжительное время, там меняют свой цвет, синего на багровый, затем на желтый там, и так далее. Здесь в этой ситуации этого не было. Ахмед Паша Амирилаев, депутат Народного собрания Кизлярского района. Он говорит, что тоже сначала скептически отнесся к информации о чудесных надписях, пока не увидел их своими глазами. Это видеозапись из личного архива Ахмед Паши. У младенца только что проступила очередная надпись. Чиновник показывает уникальные кадры. Эти нечеткие фотографии он сделал в тот самый момент, когда надпись только-только начала проявляться. Ахмед Паша извиняется за плохое качество фотографий. Он говорит, что в первый момент вообще чуть не выронил фотоаппарат. Ну, на ноге, что было интересно, слабая, еле виднейшая надпись. Она проявляется на теле, и светло, еле виднейшая, и светло такого коричневого, она начала становиться темно-коричневая. А потом она начала становиться розово-красная, притом волной. А это уникальная видеозапись. Пленка зафиксировала приезд высокопоставленных гостей. Это Сагит Муртазалиев, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сейчас глава Пенсионного фонда Республики Дагестан. Человек рядом с ним Магомед Гаджиев, депутат Государственной Думы. С Якубовыми встречался даже олигарх Сулейман Керимов. Вот в объектив видеокамеры попала вооруженная автоматами охрана. Охраняют не VIP-гостей, как можно было подумать, а Якубовых. Многие, много раз этот и мать обращалась, и отец. Отец у них работник милиции. СМС-ки там с угрозами, якобы там из разных этих... Были такие разговоры. В прессе неоднократно писали о том, что лидеры ваххабитских группировок угрожали сжечь заживо всю семью, в которой растет удивительный мальчик. Дом семьи Якубовых находится на окраине села Красногвардейское Кизлярского района. Он слева от меня. Справа же лес и река. Ваххабитам, которые не раз угрожали семейству, не составило бы никакого труда привести в исполнение свои слова. Поджечь дом или выкрасть ребенка. Именно поэтому несколько месяцев кряду младенца охраняли вооруженные до зубов милиционеры. Чем мешает радикальным исламским группировкам ребенок, прославляющий веру? Почему Якубовы прячутся от людей? Что сейчас происходит с двухлетним Али? Продолжает ли появляться на его теле арабская вязь? И действительно ли все это чудо? Вы узнаете и увидите прямо сейчас. Я раскрою все тайны. Пока Кирилл Малахов пытается установить истину на месте событий, Роман Лутошкин ведет свое расследование. Он считает, что грозные надписи на теле малыша попросту кем-то нарисованы и хочет найти простое домашнее средство, как и чем это сделано. Роман намерен доказать, что на самой обыкновенной домашней кухне можно устроить такое же чудо. Посмотрим. Роман решил заняться поисками народного средства, которым можно нанести на тело нестираемую надпись. На рынке он купил овощи, фрукты и ягоды. Все для того, чтобы проверить собственную теорию. Дело в том, что надписи на теле Али Якубова могли быть сделаны при помощи ингредиентов растительного происхождения. Таинственные вещества, которые дают окраску продуктам, называются каротиноиды. Содержатся они в моркови, свекле и в некоторых сортах перца. Ликопен дает красную окраску, лютеин дает желтую окраску, бета-каротин дает оранжевую окраску. На самом деле я ничего не вижу. Ну, какой-то желтый след есть. Пока результат ноль, да. Ага, ну теперь свекла. Вся доска у нас покрашена. Берем наш карандаш и рисуем букву «Д». Снова неудача. Эксперимент близок к провалу. Ну и, наконец, вершина нашей коллекции – ягоды. Ну, кровь, на самом деле, как киношная. Ну, абсолютно никаких следов. Опять же, мимо кассы. Роман, кажется, перепробовал все овощи и фрукты. Последнее, что осталось – морковь.
И вот мы видим цифру 10, и вот проступает еще один ноль. Я даже не ожидал, на самом деле, что морковь может так действовать. Я, на самом деле, потрясен. Неплохая кулинария, но аналитика ниже среднего. Если это рисовали, то точно не морковью. Есть и другие, более серьезные версии. Существует редкая кожная болезнь. Она называется уртикарный дерматографизм. И встречается примерно у 5% населения. Люди, страдающие этим заболеванием, могут рисовать на своем теле, как на бумаге. Смотрите сами. Иван Мартиков – один из немногих, чья кожа проявляет необычные свойства. На его теле в буквальном смысле можно писать. Мы, конечно, пробовали, экспериментировали, рисовали всякие цветочки, лепесточки, пробовали писать цифры. Иван вспоминает, первый раз уртикарный дерматографизм проявился у него в виде обычного покраснения на теле. Когда вот я проснулся, мама заметила у меня на спине красные пятна, вот, и подумала, что это какое-то заболевание. Иван рассказывает, кожа слишком чувствительна. Малейшее нажатие или даже прикосновение могут вызвать раздражение. Зато эти необычные свойства можно использовать в быту. На его руке можно записать номер телефона или список покупок. Хлеб, вода. И черный хлеб еще. Заведующий кафедрой дерматологии Московского медицинского института имени Сеченова профессор Львов рассказывает, дерматографизм не такое уж и редкое явление. Сейчас мы попробуем продемонстрировать феномен дерматографизма с помощью простого инструмента шпатки. Достаточно бывает плотно нажать на поверхность кожи человека с тем, чтобы вызвать стойкое покраснение или даже волдыри. Посмотрим, как это будет в данном случае. Таким образом можно написать разные слова, буквы, нарисовать узоры. Кожа человека состоит из соединительной ткани дермы и внешнего слоя эпидермиса. При внешнем раздражении происходит отек эпидермиса, и на коже появляются различные узоры. Эти припухлости могут быть как белого цвета, так и ярко-красного. У больных дерматографизмом этот отек может длиться несколько дней. Я попросила профессора Львова взглянуть на фотографии Алии Кубова. Вот его мнение. Его кожа особенная, да. Просто, судя по видимому, в его коже содержание клеток, ответственных за такую реакцию, повышено. Такие случаи известны в медицине. Профессор не исключает, что надписи на теле ребенка могут наносить взрослые неким тупым предметом. И даже частое протирание водой, которое мы видим в кадре, по мнению доктора, демонстрируется журналистам неспроста. При постоянном потирании этих участков, и даже участков уже с проступившими волдырями, интенсивность этих высыпаний может усиливаться за счет потирания. Но это использовано именно свойство кожи этого ребенка. То, что это рук дело кого-то из нее, я думаю, здесь стоит это подразумевать, конечно. Казалось бы, логичное и исчерпывающее объяснение феномена. Если бы не одно «но». Никто в семье Якубовых не умеет читать и писать по-арабски. И если эти надписи все-таки сделаны рукой человека, возникает вопрос, чья это рука и зачем это нужно? Кирилл Малахов продолжает свое расследование. Долгожданный миг. Нашу съемочную группу пускают за порог дома Якубовых. Вот он, живая легенда исламского мира. Двухлетний Али. Али, где соска? Вот под ногами. Оп. Да. Держи. Опа, и в рот сразу. Правильно, молодец. Казалось бы, самый обычный мальчик, но сказочная история вокруг него заставляет меня чувствовать уважение. И похоже, не только меня. Вот он наш господин Али. Салам алейкум. Самые уважаемые люди района обращаются к Али с большим почтением. В последнее время что-то происходит? Ну, появляется ли? Да. В последнее время, да? Только на мальчик, на маме тоже появляются. Оказывается, у матери Али тоже появляются загадочные письмена. Эту запись местные журналисты сделали год назад. У тебя надпись, она уходит или появляется? Или вообще она всегда остается? Нет, она уходит. Уходит и появляется. Одна большая буква Аллаха, вот сейчас она появилась. В подтверждение своих слов в конце этого интервью Мадина неожиданно показывает живот. С
Здесь по-арабски написано «Аллах». Появление на матери это подчеркивало, наверное, что она та, которая заслужила ношение такого ребенка в животе. Более того, надписи время от времени появляются и на лице Мадины. С левой стороны они начинаются, вот полностью лицо. Вы подчиняетесь Господу и его посланнику. На лице была надпись, я помню, один перевод только, но разные появлялись, только один. Помню, люди, бойтесь Аллаха, повинуйтесь Аллаху, уверуйте в Аллаха. И того, кто не уверует в Аллаха, ждет неземная кара. Мадина рассказывает, ей очень тяжело. Появление надписи сопровождается сильными болевыми ощущениями. Когда начинает тело гореть, и я чувствую, что вот все начинает гореть, что плохо, что давление падает. И вот краснота, полностью красное лицо, как будто тебя ошпарили паром, такое лицо. Потом уже все эта краснота все отходит, и выявляется надпись. Удивительно, но такими же надписями покрывается и младшая сестренка Али, полугодовалая Фатима. Мы больше стали верить в это, больше стали вот то, что было раньше, там, заработать деньги, построить дом или что-то, вот эта земная жизнь, можно сказать, абсолютно не волнует. Абсолютно вот это зарабатывание денег, вот Аллах нам сам это все дает. Вот им дом строит Сулейман Керимов, наш известный меценат, член Совета Федерации от Дагестана. Еще одно чудо в семье Якубовых. В этот дом они переедут в ближайшее время. Большой, просторный, по меркам Кизляра вообще особняк. Он еще не достроен, но работа кипит и днем, и ночью. Вот так будет выглядеть дом в готовом виде. В дальнейшем семья планирует создать здесь музей Али. А муж сколько зарабатывает? Муж 12 тысяч в месяц. Ну, а по меркам Дагестана это как большое? Нормально. Мадина признается, раньше, до того, как начались чудеса, они обо всем этом и мечтать не могли. Планируете детей? Планируем. Планируете, да? Да. Иншаллах, если Аллах даст, будут еще. Мадина жалуется, многие завидуют. По селу ходят слухи, что она сама разрисовывает детей по ночам. Разные сплетни, разные разговоры говорили, что... Ну, может, то, что мы пишем это, может быть, говорят. Может, родители этот придумали, чтобы заработать деньги. Ни муж, ни я не знаем арабского языка или как это писать. Но я говорю, ну, попробуйте на своем ребенке. Вы сможете это сделать? Кто так сможет? Вот скажите, вот, возможно, мы сделали это. И покажите нам. Смотрите далее. Удастся ли Роману Лутошкину повторить надписи на теле Али? Кто такие отмеченные? И как знаки на теле указывают человеку его путь? И уникальный эксперимент программы. Можно ли проанализировать этот почерк? Я раскрою все тайны. После неудачи с овощами Роман Лутошкин вернулся на рынок, чтобы подыскать что-нибудь получше. Куда? С той стороны. Спасибо. Специи. Вот они, вот. Пойдем. Специи! О, это то, что нам нужно. Специи. Многие из них являются очень сильными красителями. А есть у вас какая-нибудь специя, чтобы можно было развести и на теле писать? Да. Хмели-сунели. Хмели-сунели. Их просто водой развести, да, и кисточкой напишу, и у меня останется. Шафранчик вот такой. Шафранчик? Да. Спасибо большое. Роман купил два самых сильных и самых популярных средства. Оп. Теперь попробуем написать. Однако лабораторные испытания выявили. Эти надписи с трудом, но все же стираются. Это не работает. В природе часто встречаются узоры, напоминающие символы из Корана. На Ближнем Востоке даже проводятся фотовыставки под названием «Природа славит Аллаха». Например, на этой фотографии облако удивительным образом повторяет иероглиф «Аллах». Подобных удивительных совпадений можно найти очень много. Даже морозный узор порой имеет узнаваемые очертания. А это редкие кадры. На боку ягненка вся та же надпись «Аллах». Но никто не спешит объяснять подобные явления работой высших сил. А вот родители Али, увидев на подбородке мальчика синяк необычной формы, посчитали это чудом. Житель Челябинска Александр Гроссман убежден, пигментные пятна на его теле – это печать высших сил.
У меня на левой руке здесь вот группа родинок образует как бы глаз. Тоже замечал, что если какая-то опасная ситуация вот впереди, то она начинает как бы гореть, жечь. Александр рассказывает, его родинки живут своей особой жизнью. Они способны даже управлять его сознанием. Ну, я увидел картину, что мать опять в запое, там, сам не знаю почему, вдруг я начал что-то выкрикивать, причем жестикулируя руками очень сильно. Весь этот процесс, ну, я его не контролировал, как будто кто-то мной управлял. Помню вот прекрасный момент, когда вот я чего-то вот так вот хватаю и в дверь выкидываю. После этого вот мать сейчас не пьет. А это дочь Александра, Мария. Гроссман верит, ее родинки тоже необычные. И со временем обязательно дадут о себе знать. Здесь вот у нее вот при родах, вот это вот пятнышко, оно было с момента рождения. Это вот как общий наш знак. Носитель этого знака уверяет, отметину на его теле оставили инопланетяне. Уфолог Влад Гуща убежден, метка помогает внеземным цивилизациям отслеживать его перемещение. Правда, по своей структуре таинственный знак напоминает обычный термический ожог. Похоже, что пришельцы воспользовались простым утюгом. Есть феномен восприятия, так называемая аперцепция, в соответствии с образованием человека, его верой, настроенностью, он видит то, что он хочет. Однако и эта версия опять же не объясняет феномен Алии Кубова. Надпись на подбородке может быть и спорная, зато надписи на ногах ребенка не оставляют никаких сомнений. Наше расследование – первая попытка проанализировать феномен Алии Кубова. Несмотря на двухлетний ажиотаж вокруг чудо-мальчика, так и не нашлось ученого, который бы взялся провести подробное исследование. Странно, правда? Я почти поняла, что происходит. Осталось собрать последние данные. Меня ждет старший имам Хатыб в Московской соборной мечети. Мой собеседник – один из виднейших представителей исламских богословов и проповедников России. В 2001 году он с отличием окончил старейший в мире университет Аль-Азхар в Каире. Главную московскую мечеть Ильдар Хазрат Алеутдинов возглавил по приглашению самого муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Скажите, а вы верите в историю, которая произошла с Алией Кубовым? Религии на чудесах не строятся. Если бы все было бы так просто, то весь Дагестан, я не знаю, стал там постящимся, молящимся и не выходящим из мечети. По словам имама, именно в этой мечети должна была состояться встреча с Якубовыми. Московское исламское духовенство хотело взглянуть на необычного мальчика. Но по неизвестным причинам Якубовы не появились в мечети. Ну, я не знаю, пощупали бы мы его или нет. В любом случае, попытались бы прочитать, что написано. Просто при виде этого мальчика много было бы понятно. Но это все-таки не русский язык, это арабский язык. И там есть очень много тонкостей. Вот каждая палочка, каждый иероглиф мог бы о многом говорить. То, что я видел в интернете, да, все-таки вот такого четкого, правильного, достоверного написания я не увидел. Якубовых ждали в Москве для того, чтобы комиссия из авторитетнейших богословов ислама раз и навсегда поставила точку в этой истории. Их приезда ждали десятки журналистов. Сотни зевак столпились в центральной московской мечети в ожидании пресс-конференции с участием чудо-мальчика. Но Якубовы там не появились. Почему? В самолете я не смогла нормально ему сделать вот этот, покормить ребенка, потому что он привык вот к коровьему молоку. Никакие смеси химические не принимал. Ну, не знаю, почему ему там плохо стало. Плакал, ныл, температура сильная поднялась. Я попросила, чтобы нас отправили домой. Фотографии с надписями на теле ребенка мы отнесли московским филологам, специалистам по арабскому языку. Они сразу объявили, эти суры из Корана написаны с ошибками. Ну, здесь нет слов главных. Мухаммад и Ар-Расуль. Просто нет, второй части здесь нет. Вот четко выражено. Вот илля, илля, причем илля, неправильно написано. Илля, илля, нет, правильно, просто отнесен. Алиф, отля. Ну, хорошо. Вот, илля ла, это написано. Кроме Бога. Так, а все остальные это не считают. Лингвисты готовы были придираться едва ли не к каждой фотографии. Основная масса надписей сделана, ну, непрофессионально. Это не носителем языка. Бордюр букв выглядит не так, как он должен выглядеть. Вот это слово, то ли «райб»,
то ли еще какое-то, потому что «ре» не написано не в соответствии с канонами письма. Мы спросили экспертов, может ли человек, не знающий арабского, скопировать надписи из Корана. Нам ответили, что это возможно, при условии, что копиист обладает элементарными художественными навыками. На Востоке существует целая культура нанесения надписей на кожу. Я бывала в арабских странах и обратила на это внимание. Удивительное явление с нашей точки зрения – макияж рук. Вот как это выглядит. Арабские женщины украшают себе руки вот такой красивой вязью. Вот смотрите, девушка из Урус-Мартана украсила себе лицо точно такими же надписями. А вот еще одна из Азербайджана. Это может быть частью культуры или даже макияжем, но никто из них не утверждает, что это божественный промысел. Обратите внимание, как эти рисунки похожи на надписи на теле Алии Кубова. Роман Лутошкин пришел к тем же выводам. Пока все попытки Романа сделать надписи такими же, как у семейства Якубовых, потерпели фиаско. Поэтому он решил обратиться к профессионалам в тату-салон. Это же оснащающик. Это хна. А, это хна. Для нанесения надписей здесь используют хну. Мне делают мэнди. Мэнди – это традиционная восточная татуировка, которую наносят хной. Проникая в подкожный слой, она окрашивает кожу и вымывается с огромным трудом. Однако цвет надписи на руке Романа черный, а у Якубовых красный. Оказывается, черный цвет состава не более чем традиция. Натуральная хна несколько отличается от нашего состава. Она может оставить небольшой ожог на теле, и цвет она дает такой рыжий, красно-коричневый. Сейчас я попробую сделать мэнди по традиционному рецепту. Мне потребуется хна, свежие лимоны, фен. Мы берем всего 20 граммов хны, но этого хватит, чтобы разрисовать обе руки и даже спину. Добавляем в хну лимонный сок. Роман решил приготовить сразу несколько вариантов состава. Первый с добавлением красного вина, второй с добавлением крепкого чая. Вино даст более насыщенный красный цвет, а крепкий чай сделает оттенок более темным. Роман тонкими линиями наносит на руку состав на основе хны. Для того, чтобы он попал в эпидермис, необходимо несколько секунд. Держаться такой узор будет несколько дней, а красноватый оттенок получит лишь через двое суток. Предлагаю посмотреть то, что получилось. Если рисунок на правой руке имеет рыжеватый оттенок, это эффект от чая, то рисунок на левой руке практически совпадает с оригиналом. Хна с вином дала необходимый розоватый оттенок. Смотрите далее. Как ложь во спасение приносит прибыль целым регионам? Кому могут быть выгодны удивительные надписи на теле ребенка? И что все-таки происходит в дагестанском селе, где по-прежнему верят в чудо? Я раскрою все тайны. Возможно, если бы Алии Кубова не было, его стоило бы придумать. Подобные чудеса обычно приносят пользу не одному человеку, а целому региону. И Дагестан сегодня остро нуждается именно в таком чуде. В мире немало примеров, когда чудеса придумывали, чтобы привлечь туристов. В прессе неоднократно сообщали, власти израильского курорта Кирьят-Ям объявили, что в прибрежных водах плещутся русалки, и пообещали миллион долларов тому, кто первым представит доказательства присутствия этих мифических созданий в городской бухте. Даже мой очень серьезный друг, не склонный шутить, сотрудник контрразведки Шабак, признался, что тоже видел русалку, но боялся сказать, боялся, что я подниму его насмех. В России тоже есть места, которые привлекают туристов своими загадками. Так, например, Шорский район Кемеровской области объявлен местом обитания снежного человека.
Это губернатор области Аман Тулеев. Снежного человека он никогда не видел, но очень хочет на него посмотреть. Те, кто найдет, приведет снежного человека. Мы с ним поздороваемся, с главой района, выпьем чаю, за жизнь поговорим. Ждет специальный приз. 1 000 000 рублей. Неужели и правда в этих местах хозяйничает Йети? Губернатор не исключает такую возможность. Была очень серьезная группа ученых, которая нашла следы в пещере, здесь примерно 20 км. Были неоднократные экспедиции, где охотники, где рыбаки, где какие-то размытые фотографии. Поэтому, ну, сказать вот так вот, что просто нет, мы не имеем права. А власти Пермского края намеревались открыть центр уфологического туризма стоимостью 150 миллионов рублей. Проект, впрочем, до сих пор не состоялся, ведь даже известные уфологи признают, с НЛО в Перми не густо. К сожалению, настоящего НЛО я там не видел. Помимо мистического туризма, интерес публики к чудесам свидетельствует и о другом, более серьезном явлении. Роддом, в котором родился Али Якубов, это та самая больница, где в 96-м году боевики под командованием Салмана Радуева взяли в заложники 700 человек. Среди них была и акушерка Надежда Горючкина. Она, как и многие ее коллеги, искренне верит в то, что случай с Али – это настоящее чудо. Лично мое это мнение, что если вот человек поверит в это, может, у нас немножко появится больше совести, проявится больше сострадания к людям, больше страха к Господу. Эти кадры сделаны в марте этого года. Камера мобильного телефона зафиксировала момент взрыва машины, в которой находилось 2 смертника. Тогда погибли 10 человек, в том числе и племянник Надежды Горючкиной. Поэтому я не могу сказать ничего хорошего о моей жизни, потому что у нас такое горе случилось. Это всем известно. Они получили не Героя Союза, они получили Орден Мужества. Шамиль Якубов, отец маленького Али, милиционер, младший сержант ППС УВД Кизляра, мог быть одним из погибших. По долгу службы он обязан бороться с террористами. И каждый день его жена боится, что муж не вернется домой. Когда я прощался с Мадиной Якубовой, она сказала мне, что очень хочет, чтобы благодаря надписям на теле ее сына на их земле наступил мир. Просто Аллах нас предупреждает, можно сказать, по-хорошему. Придите в себя, люди, опомнитесь. Однозначного ответа мы так сегодня и не получили. Но так ли важно, кто делает эти надписи? Важно, какой смысл они несут. И если с их появлением на Кавказе наступит мир и процветание, это и станет настоящим чудом. Я Анна Чапман, и мы увидимся с вами ровно через неделю на телеканале РЕН-ТВ.